Какая основная деятельность этих частей, которые здесь дислоцированы? Ну, основная деятельность частей – это вот отдать долг нашему Нечерноземью, которое все время испытывало трудности. За счет Нечерноземья мы восстанавливали другие отрасли хозяйства. И построить дороги, чтобы житницы вот этой нашей страны, государства, действительно стало житностью, остались здесь люди, возвратились люди и... улучшить социальную структуру этого и села, и нашего Нечерноземья, Вологодской области. Вот для чего и обратилась, видимо, партия и правительство к военным в трудную пору, чтобы восстановить, сделать и реконструировать, и вдохнуть жизнь сюда, в эти тяжелые климатические условия страны. Так же, да, вот места. И я думаю, что польза уже есть, уже большие километры. Даются. Сколько примерно километров построили за время работы военные строители? Ну вот если мы говорим о Вологодской области, то за существование 2 лет уже построено только вот здесь 40 километров дорог. В 88 году, это только когда мы становились на ноги, и в 2 раза больше в прошлом году. И вот сейчас уже километров мы здесь построили, в этом году должны построить 305 километров где-то дорог, и мы план выполняем, и есть гарантия, что мы эти дороги построим вот в хорошем состоянии, в асфальтобетонном покрытии. И на следующий год, когда мы уже построим уже и городки наши, и уже все силы бросим на строительство дорог, то наш план увеличивается еще в несколько раз, и получится, что мы за время существования должны в Вологодской области где-то вот построить 7500 километров дорог. Скажите, а сколько им платят в месяц вот за эту работу? Ну, по мере того, как
солдат выполнит у нас, выполнит план. Он, каждый солдат является у нас военнослужащим, и получает он деньги так, как рядовой солдат Советской Армии, 750 у нас в месяц. Если он план выполнит, то 15% от выполненных работ получается. Если перевыполнит, то 75% от перевыполнения. Итого вот наши есть случаи, что солдат в месяц он получает, может получить и получает 70-80 рублей в месяц, если он хорошо трудится, переполняет план. Скажи, пожалуйста, вот ты сколько заработал за прошлый месяц? Где-то рублей 15. А ты сколько заработал? Я рублей 30. Ну, получил на руки 10 рублей, остальное на комиссии. 10 рублей на руки, а 20 на комиссии, да? Значит, ты заработал 30 рублей. Ребята, а вот еще можно, извини, Азиз? А ты сколько заработал? Я получил 10 так, наличными, а тоже где-то рублей так 15-20 на книжку положил. Сколько? Я на руку положил 13 рублей. А? На руку положил 13 рублей. 13 рублей на руку. 13 рублей на руки, да. А сколько всего заработал? Заработал 29 рублей. Сколько? В этих пределах все. Я 12 получил в командир отделения. Скажите, скажите, ребята, до армии вы работали? Работал. Сколько вы зарабатывали до армии за один рабочий день? Или за месяц? За месяц у меня около 200 выходило. А? Около 200 рублей у меня за месяц выходило. Работал слесарем, наладчиком, наборщиком бинать. В месяц 200, да? Да. А здесь сколько в месяц? Ну, сказал. Да по-разному. Ну, 30 в этом, в прошлом месяце, да, заработал? Да, где-то так. Из них сколько на руки дали? 10 рублей на руки идет. И 20 на книжку. 20 на книжку. Курка, да? А? Ну, понятно, что где-то... Ну, сколько времени работаешь на этом КАМАЗе? С 27 мая. Ага. Ну, уже полгода, да, получается? Да. Скажи, пожалуйста, сколько часов ты работаешь в день на этом КАМАЗе? В день? Ну, как? Выезжаем на работу. Часов 8, наверное. 8. И до полдевятого начинаем работу. И к 7 вечера заканчиваем. Ну, где-то 8 часов в день, да, получается? Да, где-то. Ну, может, иногда чуть побольше, когда послужим. По воскресеньям? По воскресеньям дают возможность отдохнуть маленько. Меньше работы. Меньше работы, да. Скажи, пожалуйста, вот с мая месяца ты вот на этом участке, да? Да. Это вахта у вас называется, да? Да. И вахта длится полгода, да? Почему полгода? Тут строительство как на 3 года вроде рассчитано дороги. Ага. Ты будешь 3 года здесь работать. Почему 3 года? Еще год, если как. Ну, остаться не хочешь через год? Здесь? Да. Нет, меня ждут дома. Вот сколько ты заработал за эти полгода? Я точно сказать не могу. Ну, в месяц? Ну, в месяц. Тут ротный мне сказал, что 75 рублей. Ну, не меньше 30 рублей. Не меньше 30. Сколько тебе на руки дают? На руки дают свои, только положенные. 7 рублей солдатские. 7 рублей. Что заработано, идет на книжку. А вот как ты думаешь, за 2 года сколько ты заработаешь? Не знаю. Как работать? Ну, обычно сколько зарабатывает? Автомобилист. А гражданские водители работают здесь? Да. Сколько они зарабатывают? Около 600, наверное. В месяц? Да. 600 рублей. Ты с ними разговаривал об этом, да? Спрашивал? Почему не разговаривал? Мы же работаем там вместе с ними. Одинаковую работу выполняете? А? Работу одинаковую выполняете? Работу? Ну, они больше нас делают за день. Допустим, надо сделать... Нам ставят сколько? Ну,
Когда 12-300, смотря от расстояния, откуда возят. Но они обычно больше чуть-чуть делают. Ну хорошо, они чуть-чуть больше делают, значит, ты зарабатываешь 30 рублей, а они 600 рублей, да? Вот так. А? Так. Так получается? Так. Ну, ты не думал, как это так получается? Ты 30 рублей, он 600 рублей. А что думал? Ну как, что думал? Голова на плечах, зачем у тебя? А? Они дома, мы нет. Мы на гособеспечении. А что гособеспечение? А? Вот это гимнастерка у тебя гособеспечение? Мы питаемся, мы ни за чужое не платим. Нет. Вот только разовьешь, платить будешь. Из заработанных денег, да? Да. Из заработанных, может, даже из папиных внимания? Из папиных внимания придется. Ну ладно, спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Кто Владимир Николаевич? Вы здесь работаете вот водителем, да? Да. Как долго работаете? Год. Год работаете? Да. Скажите, а сколько вы зарабатываете в месяц? 500. 500, да? И сколько часов работаете в день? Всяко было. Mm-hmm. Как погода, как условия. Mm-hmm. Понятно. Скажите, вы сами местные жители, да? Нет, с Вологды. С Вологды? Да. И вот эти вот полгода или год вы постоянно проживали здесь? Когда в командировке бывало, что если асфальтный завод у нас не работал, так мы возили асфальт с Вологды. Вставать надо было рано, да. А сколько дней в неделю вы работаете? Шесть. Когда пять, когда шесть. Суббота, воскресенье была выходная. Когда воскресенье? Ну там уже договариваемся как между собой. Работа. Скажите, если бы вам меньше платили, вы бы работали здесь? Ну скажем, если бы вам платили 30 рублей. 30? Тогда за 30 рублей вот работа. А вот солдаты работают. 70 суток надо кормить. А? Семья все-таки. Семья. А много солдат с вами работают, возят? Да. Сколько машин примерно? 4 машины. 4 машины, да? Да. На них работают солдаты, да? Да. А вас сколько человек? Тоже 4. Тоже 4, да? А где ваш товарищ? Здравствуйте. Вы все водители, да? Да. Представьте, пожалуйста. Кадыков Иван Николаевич. А вы? Аполитов Сергей. Вы работаете вот на этих машинах? Да. Нескромный вопрос. Сколько вы зарабатываете в месяц? Рублей 700 в среднем. Вы? Ну, столько же в среднем. А? Ну, столько же в среднем. Ага. Если бы меньше платили, вы бы работали здесь? Скажем, если бы вам платили 30 рублей. 30? Нет, конечно. Но, скажем, если бы платили 300 рублей, вы бы работали здесь? За 300 не стало.
А? И за 300 не стали. И за 300 вы не стали бы? Да зачем, господи. Целую неделю тут где-то в командировке, не дома. Дома семья, все. Вы никогда не интересовались, сколько зарабатывают солдаты, которые работают вместе с вами на этих машинах? Нисколько, наверное. А? Не знаю. Вы не интересовались? Нет. Я назвал 30, потому что примерно 30 рублей они зарабатывают в месяц. А вы где служили вообще? В армии служили? Да. А в каких войсках? Ракетно. Ракетно? И как вам вот эта служба кажется? Служба вообще одна, кроме если это у вас было? Это? Нет, не служба. А вы где служили? В Туркмении. А в войсках? Автомобиле. А? В автомобиле. Сравнение с тем, что там было, и здесь вот автомобилист, это разница есть, нет? Ну, там строевая часть, 7 рублей в месяц. Все. Там служба была или не было службы? Там, можно сказать, не было. Как скоро построите дорогу? Смотря как. Погода. А премиальные вам платят, кроме зарплаты? Платят. И как много это? Тогда как? Тоже премиальные, в зависимости от работы, от выхода машины. Премиальные идут. Ремонт все учитывается.